Сегодня в сервис компании «Протехнологии» обратились за ремонтом листогиба «Байкал». Одна из проблем – это потеря связи с блоком безопасности в электрошкафу. Из-за небольшого натяжения кабеля в разъеме ЧПУ оторвалась одна из жил. Еще одна неисправность – это самопроизвольное опускание траверса. В процессе диагностики было обнаружено, что опускание траверса происходит только в ее верхнем положении. Следовательно, причина в гидравлических цилиндрах. Это достаточно продолжительный ремонт, заказчик обдумывает, когда его выполнить. После очистки гидравлической плиты удалось локализовать более точно, откуда течет масло. Основная проблема была как раз вот в этом клапане, а он был просто не затянут. При попытке открутить фиксирующую гайку катушки, выкручивается весь клапан, с него и текло масло. После протяжки гидравлических соединений и сборки клапана, согласно техдокументации, течи больше не наблюдалось. Работа станка была восстановлена, оператор приступил к выполнению своих рабочих обязанностей.